Так, любитель истории, я что-то давно к вам не выходил вообще в эфиры. Вы меня потеряли, наверное. Значит, что у нас на повестке дня? Вадик приболел. Вадик приболел. Вадик, мы тебе желаем все здоровья, брат мой. Я тебя обниму в оружие. Маленький. Короночкой заболел, да? Да дурак ты, блин. Ну, что, я на антителах двигаюсь, мне все равно. Значит, но тем не менее, 86-й мы что сделали? Мы поменяли масло. И с той стороны пошел. И поменяли ковш. Поменяли ковш, теперь 86-й стоит новый ковш и новые ремни, потому что по регламенту РДС нужна действующая амалогация. Мы вот такие ремни, собственно, поставили. И новый ковш. Он более глубокий. Это Sparco Circuit. Я сейчас первый раз в него буду садиться. Оп! Оп! Ой, какой классный! На самом деле, это, короче, второй ковш от Супры. То есть мы его прислали с КГК и вот сейчас установили. Да, потому что на тех ковшах у нас закончилась амалогация. В отличном состоянии ковши, прикиньте, в 2019 закончилась амалогация. Поэтому пришлось нам использовать пассажирский ковш Супры. Также более тонкие вот здесь под Ханс ремни ТРС. Классического уже для нас желтого цвета. Я эти желтые ремни вообще влюблен в них. Они такие классные, такое настроение. Вадик сказал, что с тачкой все в порядке. Сегодня мы поменяли масло, все протянули подвеску, посмотрели, бла-бла-бла. И поедем на сход-развал и в субботу еще попробуем протестировать кое-что, потому что мы там еще кое-что подумали сделать подвеску. И уже на следующей неделе Рязань, ребята, уже не успел даже моргнуть.